И снова здравствуйте, друзья, опять с вами Мишаня, и у нас сегодня опять очередная распаковочка посылочки из Китая, а точнее это новиночка от фирмы Birkin, копия на мегабаса Vanten Vision 111 или Vanten Vision Vanten, или как только не говорят. Вот в таком блистере, как всегда, фирма Birkin на высоте, ну, без наименования, с пару, как и на многих коробках из блистера. Коробочки уже всем знакомые, кто заказывал, а кто нет. Birkin выпускает все свои воблера вот таких блистерных или коробках из блистера. Ну и, естественно, в придачу еще идут вот такие наклеечки. Даже если вы заказываете один воблер, все равно идет Birkin, их фирменная наклеечка «Пират». Вскрываем, друзья, наш воблер. Вот. Попросил я у продавца вот в таком цвете, медовый, и вот такая переходит в, как бы сказать, в бордовый цвет, в кровяной такой цветик. Ну вообще цвет шикардос, это даже новый воблер, мегабас, видим, Vision Vanten 110, Product of Birkin. Очень хорошо здесь четко видно сейчас. Воблер новинка в этом сезоне 2018, вышел в мае месяце, но пока приехал уже июнь месяц. Цвет, друзья, тоже новый, новиночка, видим. Голова вот такая перламутровая, в неоновом перламутровом цвете, как всегда, глаза копии мегабаса 3D. Так, измерим, друзья, длину нашего воба. Ориентовно продавец заявляет, что 110 сантиметров. Смотрите, так оно и есть. Это длина самого тела 110 сантиметров. Ну и, естественно, взвесим наш воб. Должен быть 14 грамм. Вот, друзья, так оно и есть. 14 грамм весит наш воб. Снимем, друзья, вот эту резинку, которая держит крючки от повреждения тело воблера. Долго останавливаться на крючках не буду. Кто знает те воблеры, крючки здесь очень и очень острые. Так что много рассказывать о них и не надо. Петли, друзья, если будет видно, очень хорошо они залиты, качественно. Все, ничего проклеивать не надо. Вот вблизи я вот так. Вон видно даже шары, вот как бегают воблеры. Это система дальнего заброса. Два шара. И в маленьком вот отсеке, там еще вот бегают шарики. Это шумящая камера. И два шара у нас катается. Система дальнего заброса. Вот, друзья, такой красавчик. Вообще шик цвет, который я хотел. Много цветов от Birkin есть, но вот в этом цвете мед и красная такая бордовая кровь. Это вообще шикарный цвет. Ссылочку, друзья, на этот воб я оставлю внизу в описании под видео. Каждого, кого заинтересует, может перейти, выбрать цвет. Да и не только цвет, любые вобы, кому какие интересны. Это уже, наверное, мой 15-й из мегабасов, потому что у нас они очень-очень хорошо ловлят. А так у меня практически все воблера из Birkin коллекция. Друзья, вот эта расцветочка в этой серии воблеров мегабас, которые вышли в мае месяц. И воблера мегабас раскрасены в очень интересных расцветках. Таких еще от Birkin не было расцветок. Это один, просто я показываю, вот такая расцветочка. А кого интересует, на сайте очень много. Естественно, продавца, конечно же, я рекомендую, так как и магазин. Друзья, кто еще хочет и зарабатывать на посылочках из Китая, переходите по ссылке в описании под видео. Очень простая регистрация, и вы еще получите кэшбэк от AliExpress в зависимости от стоимости товара. А всем, друзья, кому понравился вот такая распаковочка новинки от Birkin мегабаса Vision 110. Даже, друзья, видно вот на спинке Vision 110 110 продукции от Birkin. Да, вообще, эти воблера я рекомендую. Смотрите, как качественно воблер сделан. Придраться не к чему. Очень качественно сделан.
А всем, друзья, кому понравился обзор распаковки новинки от Bear King, лайкайте, жмите на палец вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. С вами был Мишаня. Всем приятных просмотров и до новых встреч. Пошел я разлавливать. Пока-пока.